Привет, с вами снова я, Макс, и сегодня хочу поговорить о такой теме, что вот мой станок, станочек мой, да, фуланочная отрезной, сейчас, секунду. Значит, вот мой станочек фуланочной отрезной. Произошло что? Когда я работал, у меня один раз клинаново заклинило пилу, то есть отрезной круг. И смысл заключается в том, что я, когда начал переставлять на барабан, ну, ремень, все перекидывать, хотел убрать круг, но у меня этого не получилось. Я не смог открутить гайку. Вот эту гайку мне выточил токарь в свое время. А почему? Потому что вот эту гайку я потерял. Но спустя месяцы я ее нашел. То есть она обнаружилась, а проблема осталась. Я не могу снять круг. Я читал в интернете, смотрел, особо что-то никто ничего не может предложить такого нормального. Все говорят, срежь гайку. Вот. Я сегодня попытаюсь сделать что? Попробовать ее открутить, погреть и открутить. Мы экспериментировали как? Ставили сюда ключ, вот этот ключ. Я проточил здесь два паза, потому что это самодельная гайка. Вот. Значит, ставили сюда ключ, прижимали, делали рычаг больше, пытались надавить, сорвать гайку. То есть, сами понимаете, одному человеку очень неудобно это делать, по причине чего. Надо и держать вот эту вот штуку ставить, подставлять под режущие зубцы, да, держать. И тянуть это все, и так как это дерево, оно тоже проминается. Мы даже дошло до того, что мы становились вдвоем, два человека становились на станок. Примерно во мне 80 килограмм, а в человеке где-то 85 килограмм, ну, в среднем за 160 килограмм было примерно у нас. И мы не смогли сорвать гайку, вот. Значит, я сейчас хочу что сделать? Так как у меня автогена нету, у меня есть строительный фен, я сейчас возьму фен и попробую ее погреть, разогреть ее, ну, не знаю, до скольки. И попробовать снять на горячую. Если у меня это не получится, остается вариант, так как у меня гайка запасная есть, остается вариант срезать ее. Просто жалко человеческий труд в плане того, что сделали очень хорошо, качественно. Вот. Придется срезать ее. Ну что ж, сейчас приступим. И для этого нам что понадобится? Я взял пластину. Для чего? Так как гайка самодельная. Ну вот. Чтобы сделать что? Откручиваем отсюда болт. Автогеном не хочу греть, потому что температура будет высокая. Значит, вставляем ключ вот таким образом. Вставляем пластину. То есть прижимаем ключ, чтобы он никуда не болтался. И прикручиваем все это дело обратно. Так вот, таким образом. То есть ключ у нас не ходит. И уже потом в дальнейшем попытаемся надавить и сорвать ее. Ну, то есть. Сейчас будем этим заниматься вопросом. И для этого я еще возьму, ну, наверное, кусок арматурины для того, чтобы сделать больше рычаг. Так, ну что, берем фен. Вот. Он у меня был, купил давно. Для таких вот пластик гнуть и все остальное прочее. Вот. Врубаем его и понеслась. Попытаемся. Так, сейчас у него температура стоит 300 градусов. Работает на второй скорости. Начинаем греть. Я думаю, все-таки металл расширится, и у нас должно все получиться. Я не знаю, сколько надо будет греть. Вот, но будем греть. Пока все это дело у нас не сдвинется с места. Ну что, сейчас попробуем. Короче, первую попытку. Хочу останавливать процесс. Наверное, я вот так вот сделаю. Так. Так.
допрыгнули. Было. Ключ на 14 у меня. Жирами. Так, от одному все это очень неудобно делать. Все, будем пробовать. Получилось. Попытка номер два. Что происходит? Проминается, да? Надо что-то такое помощнее. Так, я думаю, шансы есть. Так, сейчас найдем что-нибудь погрубее. Так, еще решил я погреть. Решил взять не хиленькую досочку, а нормальную, по-нормальному доску. Значит, доска от палета. Сейчас сразу на 500 делаем. 500. Так, ну что, я, наверное, не хватит, попробую. Thank you.
короче, на удар, пошла на удар. А, есть. Вот это вот будет бомбочка. Фу, ребята, сколько я прождал этого момента. Сколько я прождал этого момента, обязательно сегодня выложу это в ролике. Закусила. Ах ты, собака. Ну, это так и надо мне, как херовому. Есть, хорошо, отлично. Я очень всему рад. Наконец-то я добился результата. А что могу в этом плане посоветовать? Сейчас, секунду, я кое-что вам покажу на будущее. Так вот, короче, народ, что могу вам посоветовать по поводу, как говорится, всего этого дела? В дальнейшем, на будущее, если вы будете работать, как я, по незнанке, я не знал этого, но потом подсказали умные люди, делайте вот такой вот кружок тоненький. Это может быть крышка от 3-литровой банки, я не знаю, крышка от банки от кофе там, да, вот. Делайте вот такое отверстие. Для чего? Вы вот так вот в центр это дело, раз, ставите. Между гайкой и диском это должно быть. Для чего? Для того, чтобы если вдруг даже зажмет его в дальнейшем, в будущем, чтобы на горячую вам не откручивать, да? То есть непосредственно вот эту пластинку вы надорвете, вынете, и у вас будет уже миллиметровый зазор. Соответственно, круг сместится в ту сторону, диск отрезной. И вы спокойно откройте гайку. Для тех, у кого нет вот такого строительного фена, что делать? Автоген, это надо просить кого-то. Но это не вариант. Не бюджетный вариант, и плюс очень затратно надо будет все это бежать. Станок, естественно, вы на газовую плиту вот такой вот не отнесете. Какой-то мелкий, может быть, инструмент, да. Еще можно поддержать, гайку нагреть над газовой плитой. Но не сможете вы это сделать. Есть такие, продаются баллоны газовой горелки с соплом, опаливают вот свиней, вот такие варианты есть. Есть вот такие в промышленном мелком масштабе грелки, такие нагревалки. Только остается вариант вот покупать именно такую грелку, включать. Она, баллон стоит 100 рублей, грелка, по-моему, 150, я не знаю сейчас точно по ценам сказать не могу, вот. И только ей греть, нагревать и срывать. В принципе, все, что я хотел сказать, это показать, что вот, наконец-то у меня все срослось. Я снял отрезной диск, потому что очень неудобно мне работать на фуганке, когда он здесь стоит, мешается. Вот. В принципе, пользуйтесь этим способом. Вот. Я не знаю, поможет вам он. Вот. И как бы хотел осветить именно эту тему, потому что в интернете я что-то особо ничего. Нет, в комментариях пишут там, что можно на горячую попробовать. Вот. Но никто этого не показал еще. Ладно, в принципе, все, что хотел сказать, это вот все, что у меня получилось. Пользуйтесь на здоровье. Всем спасибо и пока.